Всем привет, дорогие привет, друзья, я хотел гость, сказать, канал, что некоторые аудиофрагменты могут играть в 5 Мишка Фредди, 9-я часть, в Security Breach, ну и т.п. т.б. и т.т. В общем, мы остались на том моменте, где мы получили концовку, и сейчас мы отправляемся ломать лицо, кому правильно, Чики. В общем, что мы... Если вы не знаете вдруг, то что я прошел случайно так вот, вот случайно прошел всю игру, вы можете зайти на мой канал, и там вы увидите плейлист, и вы увидите там, ну, сами видео. Там, ну, иногда попадаются другие форматы, ну, другие игры. Ну, я думаю, что прям в этом ничего такого страшного нет. Ну, и вот. Ну, а сейчас я отправляюсь на локацию Phaser Blast, и там и мы уже продолжим запись. Вот, в принципе, мы и пришли на эту локацию. Вот этот бот, мы отдаем ему билетик. Он радуется, то, что ему отдали билетик. Давай, теперь пропускай меня. Все, спасибо. Теперь мы едем на лифте на локацию. Ах, Phaser Blast, это настоящее развлечение королей. Ты должен будешь пройти игру, получить собственный Phaser Blast. Удачи. Ну, спасибо, Фредди. Внимание всех рекрутеров. Динамичные симуляции. Ну, типа, это лазер таг на нашем языке. Только это Phaser Blast. Ага, спецэффект. Расстреляйте незнакомцев. Расстреливайте друзей. Победите супер звездой. Бесплатно Phaser Blast. Вступайте в наши войска. Прямо сейчас. Ага. Грегори, я настолько раздражаю. Так ли? Не знаю. А ты где? Как ты сюда пришел? Я спрашивать даже не хочу. Сохранить место нельзя, потому что мы уже нам сообщили то, что слуг из перов нав. Вау. О, красавчик. На тебе. Да все, я понял, да. Дай мне только за... О, тут подарок. Шарик Фредди. Вау. Да, я понял, все. Можем проходить? А. Блин. Все, отстань. Да ладно, мне нужно прослушать тебя. Entry. А, вот. Все. Взять. Ага, ну тут все понятно, да. Для смены нужно 1-2. 1-2-3. Все, круто. Так, и красная кнопка. Это что? Ага. Ну, я думаю, нам сюда. А. Солдер. Я солдер. Все, бежим. Начать игру. Прямо так на русском написали начать игру. Да ладно. На. Так, все, мы едем сейчас туда и будем сейчас расстреливать. Сейчас будем расстреливать их. Внимание, пришельцы. Ах ты ж. На. Найс шот. Так, вообще-то нам нужно, знаете что? Тут музыка прикольная. О, да не ху. Блин. Нет. Вообще с Чикой я не хотел связываться сейчас. Нет. Мне знаете, что сейчас нужно? Мне нужно сейчас прийти к одному месту и там взять кое-что, что потом, в дальнейшем, я уже не получу. Да. Блин. Так, а где это? Блин, я, наверное, сейчас потрачу все свое время, чтобы найти заветную вещь, которую я хочу. Да? Во. Ах ты ж. Чика. Блин, а меня испугало. Ладно, повторить попытку. Ну, там же подарок где-то есть. Так. Нет, я так просто не оставлю. Я знаю, что там есть подарок. О, нет. Ох ты, блин. Вот, в принципе, куда мне нужно было прийти, чтобы забрать вот этот подарок. Вот сейчас мы будем выполнять задание дальше. Старый постер. Фредберс Сайкин Шоу. Все.
так. Где? Где еще? Вон еще враг. Так, а? Пять? Патронов нету. Мне что делать-то? У меня патронов нет. А так не работает. Мне что делать-то? Ой, как мне повезло-то. На следующую. Так, теперь мне нужно идти на следующую локацию, чтобы захватить теперь... Так, сейчас проблема произошла. Сейчас может опять не совпасть. Где? Где-то курица? Блин. Сейчас ведь от нас вообще... Стой, стой. Ассань, стой. Нас сейчас... Подождите, а. Все, я продолжаю. Мне просто нужно было синхронизировать. Все. Так, пойдем. Пойдем. Нам нужно отвезти тебя в красную зону. Иди сюда. Ага. Все, обманули. Так. А захват вот здесь вот. Все. Захватываем. Тихо. На. Да, на. Да господи. Теперь у меня осталось 2 патрона. Плохо. На. На. В смысле? Мансим. Нам нужно отступить. Все. Все, арена зачищена. Теперь мы идем наверх. Так. Так, а как теперь пройти туда? Хочешь конфетку? Нет. Блин, она меня заметила. Был бы... Где она? На. Какой? Тихо, захватываем. Базу захватываем. Так, раз. Где? Чего? Спрятать? Ого. На. Ха-ха. Прикольно. Мне нравится такой геймплей. В принципе, игры. Так, где? Ты вот на. Все. Так, ну-ка. Все, я победил. You win. Пройти в Фазер Бласт. Так, нам туда надо. Получи награду. Был бы рад, только куда и как. А, так, нам надо вот сюда. Ну, блин. А, наверное, вот выглядит. Нет, не выглядит. Так. Так, мне не нравится. А куда вы мне предлагаете пойти? Так. Бластер Ретюнс. Во, все. Отлично работает, звезда. Ты выиграл Фазер Бласт. Теперь получи приз в зале суперзвезд. Я суперзвезда. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. То, что я суперстар. Так, теперь нам нужно вот. Фазер Бласт. О, кайф. Так, мы теперь можем обратно пойти. Нет, не можем. А жалко. Так, теперь нам надо присесть. Куда ведет эта вентиляция? Во, нам сюда точно нужно. Сейчас скажу для чего. Так, во-первых, для записки, оказывается. Давайте сразу на ходу ее прочитаем, потому что это важно. Так, сообщение. Так, мы уже это все читали. Вот, суперведущий. Нет? Короче, неважно. А, не задавать вопросов. У нас не задавать вопросов. Сводка. Так, руководитель службы безопасности. Опыт работы отсутствует. Внутренняя рекомендация от имени удалено. А, имя удалено. Угу. То есть это... Как ее зовут?
Ее зовут Ванесса, вот. Да, как я долго вспоминала имя, это ее. Так, нам теперь доступна эта локация. Фредди, так, корольчиха прячется в тайном месте над фазбласт. Я думаю, что это ее логово. Мани? Ваня. А слово сокращение Ванесса. Да ты что? Круто. А мне туда бежать? Или куда? Блин, а вы куда мне предлагаете это бежать? Игра! Игра, скажи мне, куда бежать? Кто подскажет, кто расскажет, куда же мне бежать? Блин. Ну, неужели я запутался, да? Вот, я вот запутался. О, будет приколом, да? Да? Нет, блин, нет. Ну, мне явно не сюда. Я не хочу просто сейчас выключать. Ну, запись, видимо, придется. Ну, ибо объяснить. No entry. Ясно. Я пока пошел искать выход. В общем, я нашел выход кое-как. Это было незаметно. Ну и вот, да. Суперстар. Да, спасибо. Что-то полезное. Да. Так, стой. Теперь куда нам нужно идти? Так. Так, сейчас я вот это все типа прочитал. Да, все прочитал. Блин. Так, сейчас. Типа надо все это прочитать, чтобы игра потом сочетала. Так, сбегите из пиццеплекса. Так, это мы сделали, можно закрыть. Исследовать офис Фазер Бласт. Так, наверное, он там, да? Вопрос, зачем я туда тогда... О, господи, мне опять туда надо спускаться. Как это долго, как это мучительно. Ну вот, я, в принципе, приехал сюда. Я еще по пути туда... Когда, поскольку поехал, ну, обратно, чтобы, ну, чтобы уж все сделать, я сохранился там. Потому что если... Так, мы продолжаем. Просто у меня опять случился сбой. Ну, Грегори, я знаю. Беги и... Ага. Короче, я сохранился. Так что вот... Мне переживать нечего, потому что, ну, типа, блин, ты сохранился и сохранился. Так, блин, дай посмотреть ты. Я все ли взял? Или я оливьешка? Так, получите самый высокий уровень допуска. Ура, мне дали самый высокий уровень допуска. Так. Так. Почему здесь теперь шрудят боты? Фредди, заходи. Все. Пусть Фредди со мной поедет. А мы куда сейчас? Так, давайте посмотрим задание. Чего? Смесь. Спрячь смесь. Переместите все запасы секретной смеси Монти в хранилище для мороженого, которое находится за Кегельбаном. Дополнительные инструкции будут предоставлены позже. Найдите... Ага, в боулинг нам сейчас надо идти. Ну что, Фредди... Я же твой друг. Ты друг, да. Поэтому я в тебя залезу. Логично. Друзья же друг друга залезают. Как бы это странно. Оп. А, типа там что-то. Ну ладно. Ну типа, а, тут типа подарки показываются. Где типа я не нашел подарки. Ну это интересно, интересно. Нам, я думаю, не понадобится. Так как, а зачем? Блин, Фредди, ты молодец, меня выкинул задом наперед. Так ты еще не пропускаешь. Блин, Фредди, с тобой только одни проблемы. Так, нам нужно сейчас сохраниться и бежать в боулинг. Я думаю, пропускать тут нечего, потому что мы сейчас бежим, блин, в боулинг. Чего тут пропускать? Это всего лишь пробег в боулинг. Как раз расскажу то, что поскольку мы получили эти глаза
от Рокси мы можем посмотреть, где находятся секретные вещи, такие как кассеты, диски и вот как раз секретные подарки, ну и все подобно, типа подобному такому. Так, ага, ясно. Так, все, мы теперь используем билетик. Давай, 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 пропускай меня, пропускай, пропускай. А я Фредди позову. Все, пропускай, ты пропускай меня. Ты можешь со мной пойти туда? Можешь пойти, ну все, ну и хорошо, на. Я ничего не вижу. Блин, Фредди, бедный, у тебя шея там. Почему шея-то связана с головой? Как-то у него не должно это быть. Ну ладно. Зачем ты со мной так сделал? Фредди, это все эксперимент. Чтобы его не мучить, давайте. Все, не будем смотреть на мучения Фредди бедного. Не так бедный, потому что он с каким-то ребенком, с ребенком тут бегает. Так, ну, мы в этой локации. Нам нужно... Грегори, ты... Да, да, да. Ой, блин. Тут аниматроники есть. Вот это удача. За келькбаром. Вот я вижу бар. Как минимум. Вон drinks. Drinks. Значит, нам сюда. Значит, мы запекаем сюда, как я понимаю. Ну, я не знаю, я случайность. На самом деле, я случайно вообще сюда забежал, потому что я серьезно, я не знал, где она. Проверка безопасности. Сейчас прочитаем. Так, вот тут вот. Вот так вот, вот так вот. Так, что это? Секретная смесь. Монти. А, так, сообщение. Проверка безопасности. Отдел запчастей обслуживания опасается, что Чика может получить серьезные повреждения, если она попадет в пресс для мусора. Всегда проверяйте пресс для мусора перед использованием. Запрещается использовать пресс для мусора для утилизации пиццы. Объектов со вкусом пиццы или материалов с запахом пиццы, особенно секретной смеси Монти. В противном случае стоимость замены Чики будет удержана для вашей... заработной плате. Угу. Тут есть что-то еще? Тут есть спуск вниз. Давайте спустимся вниз и поймем, что здесь ничего нету. Серьезно? А, нет, есть! Вот, золотой подарок. Я-то думал, тут что должно? Золотой Монти. Монти, которому сломали... Так, сейчас нам нужно идти тогда на локацию, где давят Чику, да? Давай позовем Фредди. Ой, это типа отсылка. Фредди, ты где? Ну стой, ну Фредди. Фредди, стой, ё-моё. Ёшкин, ты кот. Фредди, блин. А тут... Я сюда больше не поднимаюсь. Я скучаю по нему. Бонни? Ты можешь только скучать по Бонни. Удержать. А. Ретро, компакт, диск, вопросительные, 4 вопросительных знака. Так. Ну, сейчас я тогда отправляюсь на пресс-станцию, блин. Как тут всего много, а? Так, сейчас, блин. Ну все, мы пришли, в принципе, на локацию, где находится это вот все. Так, все, поставили смесь Монти. И теперь можно нажимать на кнопку. Все. Ага, вот Чика. Так, ну-ка, Чика. Я чувствую пиццу. Ням-ням-ням, кушай. Кушай, собака, мы сейчас тебя придавим. Давай нажимай трэш. Вот именно, вот она трэш. А, блин, балка. Что это такое? Так, ну-ка, а тут кто-то есть? А тут никого нет. Да, все, Чик, давай, разворачивайся и все, и живи. Доброй жизнью. Ням-ням, ну прям заглатывает. Ударили, скинули. Хэ-дэ. Капец, я прессом. Прищемил-то как. А-а-а! А-а-а!
на. Бабац. Капец, Чику там щемит. А, нет. Нет. Блин, я не подумал. А если я сейчас закончу, то мне это как делать-то? Блин, а тут нельзя ведь сохраниться. Ну, что ж тогда. Я все равно запомнил, куда бежать. Ну, хотя я сейчас тогда запишу сразу же по видео. Ладно, ну, а на этом все. Ну, и на этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем до встречи. Всем пока-пока.